Жителей и гостей города ожидало культурное мероприятие «Масленица». На сцене свое театрализованное представление «Боярыня Масленица» показали артисты Крымсарайского сельского дома культуры. Пришла к нам Масленица, принесла блинов да маслица. Не обошлись праздничные гуляния без главного блюда – румяных блинов, которые символизируют солнце и благополучие. Гости смогли насладиться горячей выпечкой и сладостями. Проводить зиму красочно и сытно многие пришли с семьями. Это отметила и представитель администрации района Эльмира Хуснуллина. Сегодня мы проводим традиционные наши праздничные гуляния «Масленица». Сегодня прекрасная погода, очень много народу пришло. В этом году в республике Татарстан год семьи, поэтому очень много сегодня с детьми, семьи пришли. Собравшиеся на праздник смогли насладиться атмосферой прощания с зимой и встречи весны. Сегодня отмечаем Масленицу, день провода зимы, прощенный выходной. Очень хорошо, организации хорошие, все, очень красивый концерт, люди все веселые, добрые. После театрализованного представления пришедших ждал традиционный обряд сжигания чучела зимы. Красочная соломенная кукла ярко сгорела за считанные минуты. Сюембике Климина, Булат Миязов, Бавлинское телевидение.